На телеканале «Звезда». Время новостей. В студии работает Юлия Рубцова. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Президент Беларуси посетил 6-ю городскую больницу Минска. Александр Лукашенко лично ознакомился с организацией лечения пациентов с COVID-19, посетил блок с пациентами, реанимацию, центр трансфузиологии и пообщался с коллективом. Ко второй волне коронавирусной инфекции белорусское здравоохранение оказалось более готовым, нежели к первой волне. Сегодня есть все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Новополоцк стал площадкой проведения областного форума молодых специалистов. Гостей встречали из разных уголков Витебщины. Молодежная политика – один из краеугольных камней нашей работы. И хотелось сегодня от этим форума еще раз четко подчеркнуть, что мы сегодня это не только декларируем, но действительно работаем с этой молодежью. Далее обо всем подробно. Более 800 миллионов белорусских рублей из республиканского бюджета будет направлено на борьбу с коронавирусом до конца нынешнего года. Об этом заявил президент Беларуси во время посещения 6-й городской больницы Минска. Александр Лукашенко лично ознакомился с организацией лечения пациентов с COVID-19, посетил блок с пациентами, реанимацию, центр трансфузиологии. Отмечено, что в Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. Пациентов в стационарах значительно выше летнего уровня. Сейчас это более 25 500 человек. С начала эпидемии только в этой столичной клинике помогли 5 500 людей с ковид. Ну, молодцы. Не зря же поляки говорят, а врачей нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Я же не знаю, сказали, едьте, но назад я вас не пущу. Ну, мы не поедем. Нам надо своих лечить, вон, да. Больных. Но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы. Пандемия продолжается, и это серьезное испытание для страны. Об этом глава государства говорил уже на встрече с коллективом учреждения. Первую волну пережили, смогли наработать определенный опыт. Главное – взвешенный подход, без паники. Самое важное то, что я и многие из вас убедились, что мы этот путь прошли достойно. Единственное в мире. Это непростой был путь, это очень тяжелый был путь, я не стану им тут рассказывать, я обычно политикам рассказываю, когда они у меня спрашивают, уже представляют так, что Лукашенко сошел с ума, вообще людей там не лечат, а я им доказывал, что у нас есть система, и что людей мы лечим, и это не менее затратный способ лечения, я его очень хорошо знаю, потому что настаивал на этом способе, и он очень дорогостоящий. Потому что вот только на амбулаторном лечении, если я не ошибаюсь, тогда мы создали для контроля амбулаторного лечения в Минске, мы создали, кроме скорой помощи, еще 500 экипажей, 500 с лишним автомобилей с врачами. Как оказалось потом, даже я помню европейцы, помню фразу их, в Австрии или в Германии нам сказали врачам, слушайте, у вас такой способ лечения, как будто вы живете в Арабских Эмиратах. Я помню эту фразу, потому что это очень дорого было. Амбулаторный уровень. Потом уже в середине этой волны мы пришли к тому, что динамика хорошая у больных. Ну чего мы в тюрьме держим человека? Мы же вот видели сегодня в красной зоне, насколько они переживают. Да и мы с тобой, это он еще не переболел. Какое давление психологическое? Ну, тебе потяжелее это было, поэтому интересовался. В ходе беседы глава государства гарантировал сохранение тех надбавок, которые государство выплачивает медикам за работу в особо опасных условиях. Александр Лукашенко обратил внимание и на другие меры государственной поддержки, действия которых также планируется продолжить. Это обновление рабочих мест для врачей, закупку оборудования и в целом техническое оснащение для отделений стационаров. На встрече президент также анонсировал серьезные изменения в системе подготовки медицинских кадров и высказал убеждение в необходимости производства в Беларуси собственной вакцины от коронавируса. Ее производство возможно организовать на базе предприятия «Белмедпрепараты». Для этого Россия готова поделиться штаммами вакцины. Завершая встречу с коллективом медучреждения, Александр Лукашенко сообщил, что утром подписал указ о назначении Дмитрия Пиневича министром здравоохранения. Рост пневмонии COVID-19 сегодня фиксируется во всех регионах Беларуси. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 461 человек. Дополнительно места в стационарах развернуты во всех регионах страны. В целом, система противодействия коронавирусной инфекции в Беларуси выстроена и показывает эффективность принятых мер. В регионах ситуация на контроле региональных штабов и местных органов власти. Это позволяет оперативно реагировать на изменения эпидобстановки в конкретной местности.
Шапочка-респиратор, щиток, перчатки, комбинезон, бахилы. Вход в грязную зону только в полном спецамбудировании. Все для того, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Ко второй волне коронавирусной инфекции белорусское здравоохранение оказалось более готовым, нежели к первой волне. Сегодня есть все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Средства индивидуальной защиты, необходимые лекарственные средства, коечный фонд. В полном объеме хватает аппаратов ИВЛ и кислородных точек. Последних только в одном из городов Витебской области, Новополоцке, более 200. Буквально на днях новополоцкое здравоохранение по линии Минздрава получило еще 3 наркозно-дыхательных аппарата. Этого, уверяют специалисты, сегодня достаточно для оказания необходимой медицинской помощи. Перепрофилирование любого из отделений под пациентов с COVID-19 в течение суток готовы к современным вызовам и кадры. Сегодня вы оказываете помощь активно пациентам с коронавирусной инфекцией. Расскажите, пожалуйста, как давно оказываете, почему привлекли вас, да, вот к работе в этих условиях сегодня? Ну, вообще работаю в Новополоцкой городской больнице заведующей терапевтическим отделением, но в связи со сложной эпидемической ситуацией необходимость в переквалифицировании медицинских сотрудников тоже возникла остро. Поэтому вот уже третью неделю работаю заведующей пульмонологического отделения, на базе которого оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, с пневмониями, с острыми респираторными вирусными инфекциями. Со мной вместе в пульмонологическом отделении на данный момент работают доктора, доктор-фтизиатр. Тоже возникла необходимость, поэтому привлекли с поликлинического звена. И доктор-уролог. Да, вот такая команда, но сейчас сложно, пациентов много. В другие отделения, тоже, которые оказывают пациентам помощь с коронавирусной инфекцией, были привлечены также доктора других специальностей, врачи-кардиологи, врачи-терапевты. Все вместе, большой дружной семьей и коллективом оказываем помощь пациентам. Скажите, пожалуйста, ну такая работа не мешает, вернее, не дает сбой вот в оказании плановой помощи? Ведь другие болезни никуда не уходят сегодня на второй план. Вот здесь как? Ну, с оказанием плановой медицинской помощи, конечно, пришлось немного приостановить плановую госпитализацию, но пациентам, которые нуждаются, они госпитализируются на базе других отделений. В частности, терапевтическое отделение существует на базе неврологического отделения, 20 коек, оказывает там помощь доктор-терапевт. Вот, поэтому пациенты, которые нуждаются, они госпитализируются, помощь им оказывается. В целом, на Витебщине объем коечного фонда в стационарах для таких больных ежедневно корректируется в зависимости от интенсивности потока пациентов. Сегодня в области предусмотрено почти 1500 коек. Резерв пока есть. На сегодняшний день обстановка, которая складывается в Витебской области, остается по-прежнему напряженной. Отмечается рост заболеваемости, в том числе инфекции COVID-19, рост заболеваемости пневмониями. Что касается оказания медицинской помощи, то на сегодняшний день у нас развернуты стационары как в областном центре, так и во всех регионах. В целом уровень заболеваемости в ноябре специалисты оценивают в 90% от пика так называемой первой волны коронавируса. Кстати, имеющийся опыт позволил принять второй удар подготовленными прежде всего в вопросе технической оснащенности. На сегодняшний день кислородной поддержки хватает, с учетом того, что количество кислородных точек у нас увеличилось больше, чем в 2 раза. Аппаратов искусственной вентиляции легких тоже хватает. И, собственно говоря, пока на сегодняшний день есть свободные и кислородные точки, и аппараты искусственной вентиляции у нас полностью не используются. В Витебске помимо основных стационаров с ноября к оказанию помощи пациентам с COVID-19 подключились Витебский областной родильный дом и хирургический корпус областного онкодиспансера. Здесь пациенты проходят основное лечение до стабилизации состояния. Многие продолжают восстановление на базе Центра медицинской реабилитации. Здесь медики работают над увеличением физической активности переболевших COVID-19 и их психоэмоциональным состоянием, чтобы минимизировать риски развития осложнений. При необходимости медики также готовы подключиться к лечению пациентов с острым течением болезни.
В этом году в Беларуси завершается реализация подпрограммы «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность». За прошедшие 5 лет благодаря межведомственному взаимодействию всех субъектов профилактики удалось достичь значительного улучшения ситуации. Как Новополоцк борется с алкоголизмом и его негативными последствиями, обсудили на заседании исполкома. К работе по профилактике алкоголизма в Новополоцке подключены все заинтересованные службы – учреждения образования и здравоохранения, правоохранительные органы и общественные организации. Лишнего звена нет. Каждый работает по своему направлению, но в рамках общей задачи только в тесном взаимодействии. И все же большая роль в профилактике отводится медикам. Работа начинается от первичного звена, от оказания всей медицинской помощи. И все выявления проходят на ранних этапах, то есть когда пациенты обращаются непосредственно за медицинской помощью в общелечебную сеть для проведения диспансеризации. Уже на тот момент вся наша медицинская служба направлена на выявление проблемы, которые есть. И в дальнейшем направление психоневрологический диспансер, где уже помощь будут оказывать специалисты. В Новополоцке за 9 месяцев 2020 года 267 пациентов с алкогольной зависимостью прошли лечение в наркологическом стационаре. 73 человека достигли стойкой ремиссии, снятой с учета. В целом, в рамках подпрограммы предупреждения преодоления пьянства и алкоголизма в Новополоцке медики добились значительных результатов. Мы можем сказать, что вся наша работа, всех наших структур, субъектов профилактики явилась результативной. Если основные показатели целевые, которые идут у нас, это количество отравлений, да, этиловым спиртом, рассчитывается он на 1000 населения, значит, на 100 тысяч населения на сегодняшний день, значит, показатель у нас 9 при целевом 10,9, да. И если смотреть по количеству употребляемого алкоголя на душу населения по нашей торговой сети, в абсолютном количестве процент продаж он ниже, чем в прошлом году. Хотя показатель употребления немножечко выше, но это связано, конечно, со снижением количества населения в нашем городе. Немалый вклад в дело профилактики алкоголизма вносят правоохранители. В городе наблюдается общее снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Существенно уменьшилось число граждан, погибших в результате случайного отравления алкоголем с 21 до 8. Но еще работать есть над чем. Отмечается небольшой рост преступлений по линии уголовного розыска, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в первую очередь за счет совершения краж в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, в ходе совместного распития спиртных напитков с малознакомыми, наглядно знакомыми, либо вообще незнакомыми гражданами. Фактически в отдельном весе 2 из 3 преступлений по линии уголовного розыска совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 тяжких, слаботяжких против личности. За прошедшие годы в Новополоцке удалось наладить эффективную работу по профилактике алкоголизма, отметили участники исполкома. Есть положительные тенденции, и их необходимо закрепить. Вместе с тем, нынешние реалии подталкивают отказаться от неработающих инструментов и искать новые подходы к борьбе с алкоголизмом. И еще. Во всей профилактической работе важно не упустить подрастающее поколение, с молодых лет воспитывать культуру питья и адекватного отношения к алкоголю. Анна Обдова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Новополоцк стал площадкой проведения областного форума молодых специалистов. Гостей встречали из разных уголков Витебщины. В центре внимания реализация государственной молодежной политики, в частности, социальная поддержка, условия для реализации творческого и научного потенциала. Сегодня 1/4 населения Беларуси – это молодые люди в возрасте до 31 года. Это добавляет значимости проводимой государством молодежной политики. Продолжит тему Глеб Прокофьев. Десятки гостей из разных уголков Витебщины приехали в Новополоцк. Это молодые медики, работники отрасли культуры, образования, специалисты идеологической работы. Поделиться опытом и выработать план реализации направлений молодежной политики в ближайшем будущем – основные задачи форума. Мероприятие традиционное, однако в связи с эпидемиологической ситуацией в нынешнем году формат его проведения изменился. Один из этапов форума прошел в Глубоком, заключительный состоится в Орше. Сделать удалось много. Даже вот сегодня на трибуне мы уже говорили, что в принципе по вторичной занятости студенческие стройотряды Витебской области одни из лучших в республике. На протяжении последних лет молодежная организация БРСМ тоже находится на ведущих позициях в республике. И те подходы и те вопросы, которые и в промышленности, и в социальной сфере и в агропромышленном комплексе, что бы мы ни говорили, определяется трудом молодежи.
Участников форума разделили на несколько тематических групп. Для гостей разработано 3 маршрута. Молодые люди познакомились с Новополоцком, его достопримечательностями и историей. Она богата. Несмотря на то, что Новополоцк – город молодой. В микрорайоне Боровуха в годы Великой Отечественной войны располагался лагерь для советских военнопленных – Штылаг-354. Сейчас на этом месте мемориал «Звезда». А в те страшные годы здесь погибли свыше 25 тысяч человек. Молодые люди отдали дань памяти погибшим и возложили цветы к мемориалу. Прежде всего, такие места важны для того, чтобы молодое поколение понимало, какой ценой досталась нашим дедам, прадедам победа над оккупационными силами. И они должны понимать, какие должны быть реальные ценности. Мы благодарны всем людям, которые сражались за наше настоящее будущее. Мы помним и уважаем нашу историю. И мы, молодежь, в свою очередь, постараемся сохранить и приумножить все это. Тема сохранения памяти и подвиги дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны красной нитью проходила и во время подведения итогов молодежного форума. Итоги форума подвели в формате диалога. Модераторы и участники делились своими впечатлениями и намеченными планами на будущее. Такая площадка, прежде всего, хорошая возможность обменяться опытом и выбрать направление для развития новых инициатив в своих регионах. Молодежная политика – один из краеугольных камней нашей работы. И хотелось сегодня от этим форума еще раз четко подчеркнуть, что мы сегодня это не только декларируем, но действительно работаем с этой молодежью. Если говорить в первую очередь о патриотизме, конечно, это, наверное, в большую степень это работа сегодня с Российской Федерацией, потому что в год 75-летия, конечно, мы в основном все свои силы направили и на увековечение памяти погибших, и на проведение мемориалов, могил наших погибших воинов. Поэтому, в первую очередь, конечно, это многогранное сотрудничество с Российской Федерацией. Вместе с тем работаем с различными регионами и Восточной, и Западной Европы и по приграничному сотрудничеству. Международное сотрудничество в рамках патриотического воспитания, увековечения памяти о подвиге героев не ограничивается молодежной средой. Совместные проекты в этом направлении активно осваивает и культурная сфера. Музей Победы в Москве – партнер Новополоцкого музея истории и культуры. Соглашение о сотрудничестве подписано в 2019-м. Таким образом, Нефтеград стал первым в Витебской области и четвертым в Беларуси, кто наладил партнерство с крупным музеем России, став частью международного проекта «Территория Победы». Не заставил долго ждать и первый крупный совместный проект. Проект – выставка «Фронтовой портрет солдата», которую приурочили к 75-летию Великой Победы. Сегодня связи расширяются, несмотря на то, что взаимный обмен делегациями пока приостановлен из-за эпидобстановки, точки взаимного интереса продолжают находить в режиме онлайн. Предполагается, уже в ближайшем будущем в Музее Москвы состоится выставка военной тематики новополоцкого художника Петра Грибусевича. Сегодня одно из мероприятий. Мы участвуем в конференции «Музейная педагогика в патриотическом воспитании молодежи. Формы работы с детьми и подростками». Заявленная тема представляется для нас весьма актуальной. Уверена, что данное мероприятие будет интересным, поскольку недавно совсем глава государства Александр Григорьевич Лукашенко сказал о том, что необходимо ликвидировать определенные недостатки в патриотическом воспитании молодежи. И у нас сегодня будет возможность узнать, как же работают в этом направлении наши российские коллеги. В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании, а свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда».